Здравствуйте, уважаемые любители Таро, я Владимир Николаев. Представляю школу магического Таро «Ратро» и приглашаю вас на базовый курс, который начнет свою работу 22 марта в 19 часов. Несколько слов о системе Таро. Система Таро – древняя система знаний, которая посвящена общению с тонким миром. То есть система способна читать знаки судьбы, знаки высших сил, знаки умерших людей, знаки прошлых и будущих событий и так далее. Этот перечень можно продолжать очень долго. Сама система Таро позволяет расширить горизонт собственной вселенной, чтобы вы могли ориентироваться в этом мире и видеть гораздо дальше и шире, чем это могло быть ранее. Система Таро помогла мне в моей жизни в свое время очень сильно, круто изменив мою судьбу. Стоял вопрос смены места жительства, и эта смена места жительства могла в корне изменить мое будущее. Взял в руки карты, посмотрел, что может последовать, если я сделаю такой рискованный шаг. И когда я получил положительный ответ, это было похоже на костыль, на который можно было опереться. Я оперся на него и с тех пор не жалею. То есть моя жизнь повернулась так, как карты дали знак. И с тех пор я служу Таро. Я преподаю эту систему, учу других овладевать этими знаниями, не только расширять свой личный горизонт, но также иметь свободу выбора. Помимо теоретических знаний, мы также обучаем искусству соединения с энергией аркана. Ну, вот, например, вот у меня в руках аркан, который называется «Вселенная». Можно использовать эту карту как знак, если она выпадает в раскладе. Ну, например, эта карта показывает, что в вашей жизни могут произойти какие-то очень важные, большие события, которые могут поменять вашу жизнь, изменить качество энергии, принести счастье, успех и тому подобные вещи. Мы также научим вас соединяться с этой картой, потому что вот эта картинка, на которой представлена великая танцовщица по имени Вселенная, я с ней очень часто общаюсь независимо от самой карты, просто к ней обращаюсь в трудную минуту с запросом либо дать мне правильный ответ, либо просто помочь разобраться в какой-то неясной ситуации. И таким образом я понимаю, что эта невидимая женщина, она существует в реальном мире, но только этот мир называется тонкий, и он, соответственно, невидимый, ему либо нужно доверять, либо тогда вообще его никак не трогать. Вот, поскольку я не верю в карты, я их знаю, я знаю, что можно получить от общения, например, с энергией этого аркана, в которую я назвал Вселенная, знаю, какие могут быть результаты, какое может быть удовольствие от общения с этой энергией. Следующий блок обучения информационный, на котором вы сможете научиться предсказывать будущие события, ну, вплоть до того, что вы можете узнать тайны вашего соседа, начальника, еще кого-то. Да, эта система позволяет забраться в чужие мозги. Я небольшой охотник таких вещей, но иногда бывает это необходимо. В конце концов, помимо этих шуток, вы просто научитесь
ориентироваться в этом мире, чтобы не быть слепцом. Потому что без карт Таро мы обычно принимаем события согласно своей воле, своим знаниям о мире, но иногда они бывают ошибочные. В карты, как систему знаков, вам безошибочно подскажет, в какую дверь нужно входить, а какую лучше не трогать. Также я хочу сказать, что система Таро предназначена не только для домохозяек, для бытовых гаданий. В первую очередь, это система духовного развития самого человека. Я считаю, что карты Таро являются промыслом Божьим. Это та система знаков, которая позволяет говорить наподобие алфавита с высшими силами, потому как другого инструмента нам не дано, чтобы разговаривать на равных. И этот инструмент, система Таро, в которой позволит вам увидеть правду, увидеть ваше будущее, как бы многие люди не хотели это принять. Многие говорят, что гадать на будущее нельзя, можно испортить свою жизнь. Можно, конечно, испортить, если вы испугаетесь. Поэтому, в первую очередь, это система мужества. Это система роста не только вашего сознания, но в первую очередь и вашего духа. Не испугаться того, что может показать вам будущее. В этом будущее может быть счастье, может быть там несчастье, демоны. Но защищен тот, кто предупрежден. И если вы смогли увидеть свое будущее, вы всегда найдете силы, чтобы изменить его в лучшую сторону. Один из самых интересных блоков нашего обучения посвящен магии. То есть той системе знаний, которая позволяет изменять нашу реальность, изменять наше состояние, изменять наши события. В этом, собственно, и прелесть в самой магии, как виды, как искусство, в которое очень успешно соединилось с картами, потому что карты на самом деле являются очень сильными инструментами, с помощью которых можно и менять эту реальность. Многие наши ученики, в которые обучались в нашей школе, овладели этим, чувствуют себя прекрасно. Самое главное, что они обрели смелость, в которой очень важна для жизни каждого человека. Они научили не бояться своей жизни, не бояться своего будущего, научились исправлять ошибки прошлого. Всему этому мы обучаем, поэтому в завершении хочу вам сказать, что мы встречаемся 22 марта в 19 часов с вами Владимир Николаев и школа магического Таро Ратору. До встречи. В качестве постскриптума хотел вам предложить погадать. Созрел у меня такой вопрос. В какая может собраться группа, в которую, собственно, и приглашаю к себе в гости. Давайте попробуем это сделать. Вытащим карту. Ух ты! Эта карта называется «Маг». Карта очень интересная, потому что она говорит о том, что могут собраться люди, одаренные, смелые, умные. Когда собирается подобная группа, становится очень интересно работать с таким коллективом, и уровень знаний может быть заметно выше, чем, например, с группой людей, которых интересуют какие-то мелкие бытовые вопросы. То есть каждый год у нас собираются разные группы, бывают группы сильные, бывают не очень сильные. Там, где собираются люди любопытные, которые тянутся к знаниям, то им, соответственно, хочется дать больше. Потому что не всякий человек способен усвоить ту информацию, которую он получает из уст другого. Теперь буду с вами прощаться. Всего хорошего.
До встречи.